Так, ну у нас как бы на таком этапе я уже, получается, темно-синим законтурил. Теперь нам надо раздавать рефлексы по падению соседних цветов, чтобы с пацанами сочеталось получше. Ну и, соответственно, будем делать глазик и вытаскивать черным на передний план нашу голову. Собственно, его и хотелось. Ну да, такой гадкий, опасный типок. Не знаешь, чего от него ожидать. Потом потихонечку напыляем. Стиле, что у нас профиль отражается, да? Немножко сюда. Ползончик дали. Так. Вот ничего. Так, теперь что у нас? Что у нас должно попадать немножко от Вовы за шрифта? Это какой оранжевый возьмем, да? И возьму фиолетовый транспарент, прозрачный. Им буду проходиться почти везде, чтобы у нас появилась такая отсветочка. Ну и новая плоскость, соответственно, тоже появится, будет более, ну, более пространственно, так скажем. Транспаренты полупрозрачные, повышенное содержание лака и смолы, мало пигмента. И они дают оттеночные, то есть не уматывая, грубо говоря, рисунок, ты задаешь какой-то небольшой оттенок. Сейчас покажу. Так, вот здесь от шрифта делаем. Падение каких-то вольных элементов. И вот транспарентом даем. Везде будем задавать. Так, ну и все, беремся за черный. Сейчас я его продую, чтобы это все дело хорошенько выдернуть. Сразу видно, да, насколько он контрастный.
сейчас главное не увлечься и не перетемнить. Свет, наверное, дадим. Свет. Опять же, возьмем белый транспарент. Возьмем свеженький кепчик. Типа говоря, это у нас уже попадение именно света с окружения в глаз. То есть это вот тут я это планирую. Вот граница. Вот преимущество транспарента. У меня и осталось, что я рисовал до этого, и высветлил я хорошенько свой блик. Еще поджечь, прям взять белый. Так, ну все, вот взяли белый обычный, чтобы почетче это сделать. Опа, тоже какой-то жидкий. И прям на взгляд в точку. Оп, вот так.